дороге где-то очень девка мне везло в оселении этом. Шла молва по всей земле, по каналам разным, что у девок в оселе не было оргазму. Эль-Мазь-Омада, не было оргазму. Эль-Мазь-Омада, не было яго. И гадал весь род людской, над загадкой бился, что за парадокс такой в оселе случился. Вроде все у девок есть, джинсы, сигареты, совесть есть и ум и честь, а оргазму нету. Эт мать-омара, а оргазму нету. Эт мать-омара, а оргазму нет. Приезжали к ним на бис, бабки ворожеи, девки очень напряглись, аж намыли шеи. Бабки лезли под подол, купали в купели, применяли панадол, но не преуспели. Приезжали в село разные артисты, оказались все мосексуалисты. Танцевали им на бис звезды из балета, девки очень завелись, оргазму нету. Эль-Мазь-Ома, оргазму нету. Эль-Мазь-Ома, оргазму нету. Вызывали МЧС, прилетал сам Шойгу, как спасатель он залез каждой девке в койку. И сказал потом Шойгу, в брюки заправляя, лучше уж тушить тайгу, чем любовь такая. Эль-Мазь-Ома, чем любовь такая. Эль-Мазь-Ома, чем любовь такая. Она писали девки в местную газету: помогите нам, хоть бы больше мочи нету. Что естественно, друзья, то не безобразно, потому никак нельзя жить нам без оргазму. Тут узнала все село, стелят айпы-ленты, то, что дело их дошло аж до президента. И сказал тогда народ: Путина харизма очень сильную дает связку организму. Эль-Мазь-Ома, связку организму. Эль-Мазь-Ома, девки глянули в окно, а в окне все ближе едет Путин в кимоно и на горных лыжах. Девки раскочили вон, в чем их мать родила. Поглядел на девок он, тут их и накрыло. Эх, мать, о, мать, тут их и накрыло. Эх, мать.